Привет, у микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Если ты достаточно стар или достаточно хипстер, или просто увлеченный игратель в игры, ты, наверное, помнишь такую культовую адвенчуру, как Зельда. Так вот, сегодня у нас что-то в принципе на нее похожее. Встречаем Итл Дью. Что можно сказать о сюжете этой игры? По сути, ничего, потому что, в принципе, весь сюжет здесь ограничивается замесом. А замес здесь состоит из того, что наша протагонистка, Итл Дью, дрейфует на плоту по океану вместе с Ипси, волшебной летающей лисой. Ну, так уж получилось, волшебная летающая лиса. Так вот, они доплывают до острова, ну и там приключается их приключение. Геймплей, как я уже и говорил, сильно напоминает Зельду. Ходишь по уровням, решаешь всяческие головоломки, вроде придвинуть блок на кнопку и откроется дверь, убиваешь монстров и боссов. Она вообще довольно кровожадная девочка, эта Итл Дью. Лисица, к слову, игровым персонажем не является, но иногда может помочь советом. Мир в игре открытый, есть большая карта, составленная из множества инстов, в каждом из которых есть какие-то свои загадки и боссы. Несмотря на открытость мира, все подряд с наскока не проходится, и для решения определенных задач нужно таскать с собой определенные предметы. Предметы можно покупать в магазине, и каждый из них тебе обязательно понадобится. Например, штука, которая телепортирует врагов и создает волшебные блоки. Или ледяной посох, или огненный меч, или еще какая-нибудь крутая хрень. Короче говоря, ищешь пирата-торговца и радуешься. Вообще, местами игра ставит перед тобой довольно сложные задачи, и мне лично пришлось напрягать мозги, чтобы сообразить, что к чему. Но даже несмотря на это, игра довольно короткая, и пройти можно за один заход. Правда, разработчики утверждают, что игра выходит эпизодами, и сейчас перед нами только первый из них. Ну, давай к итогам. Итл Дью – красочная, няшная адвенчура в олдскульном зельдовском стиле. Хорошая отрисовка, прикольные враги. Мне понравилось, и я советую ее всем любителям жанра. На сегодня это все. Если понравилось, подписывайся на канал, ставь лайки, а также делись видео со своими друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!